Итак, ребята, всем привет. Вот сегодня спонтанное видео снимаю для вас. Появилась у меня вот такая вот пилка в руках сейчас. Это флагман бытовых одноручек штыля. MF-194T пилка. Ребята, пилка очень классная. Мне не было особо с чем сравнивать с таким вот одноручек. Я единственное, буквально раз минуту мне дал мой товарищ подержать, попилить там. Два реза сделать 201 пилой MF-201T одноручкой профессиональной с М-троником штилевскую. И я при строительстве Хускварни в Минске подержал в руках Т-540 XP пилку, также тоже буквально минуту в руках подержал, поэтому сравнивать мне не с чем, я такими пилками раньше никогда не работал. Но, ребята, эта пилка мне очень-очень сильно понравилась. У меня какая-то бешеная мясорубка. Честно, глядя на нее, какой-то маленький такой чемоданчик. Очень легкая, компактная. И как она пилит. Вот, ребята, я вот сегодня испилил вот такой вот пенек. Не буду вам там уже близко, но он вот почти на всю шину. Вот 30 сантиметров шина здесь. Я, честно говоря, немножко подобалдел, с какой скоростью и как она пилит, эта пилка. Ну, как она вообще пилит. А вот сегодня объем работы, тут за моей спиной попилили, сегодня тоже немножко попилили, в общем. Мне эта пилка, повторюсь, очень-очень сильно понравилась. Здесь очень тонкая гарнитура на ней установлена. Гарнитура здесь стоит 30 сантиметров. 1,1 пас, 3 восьмых шаг. Шина здесь Роломатик мини штилевская, цепь также штиль. Классная гарнитура, я, честно говоря, думал, что будет эту гарнитуру такую тоненькую сильно зажимать, но нифига, честно, я не знаю, почему так, но я удивлен, просто вот эта пилка, я удивлен. Она пилена мягкая, здесь классный подвес на пружинах в ней. Также эта пилка вообще предназначена, производителям заявлено, что она предназначена для частного использования и для охотников, рыболовов, там, туристов, путешественников. У нее, ну, она как бы бытового класса, у нее то есть пластиковый корпус. Но, ребята, я знаю, что большинство арбористов в Беларуси, в России, там, в Украине работают вот такими вот пилками профессионально. И эти пилки у них ходят очень-очень долго. Не знаю, я ничего не могу вывод по этому поводу сказать. Я никогда не работал на таких высотных работах с такой техникой. Поэтому, ну, если есть арбористы, ребята, напишите в комментариях, что вы можете сказать по поводу этой пилки для высотных именно работ. Вот, ребят, я вам поднесу ближе пилу. Управление здесь организовано все одной рукой. Единственное, что вот здесь находится заслонка. Закрыто. Вот так закрыто, так открыто. И здесь один рычаг управления. Пила находится постоянно в положении старта. То есть она глушится вот рычагом вперед. И рычаг становится обратно в рабочее положение. При зажатии газов мы ставим пилу на полузакрытую заслонку. Короче. Здесь находится ручка стартера. Она без всяких здесь наворотов, обычный пуск в этой пиле. Удобный тормоз цепи здесь классно организован. Зубчатый упор здесь пластиковый. Не знаю, как он будет служить. Ну, я думаю, что послужит. Также ограничитель цепи. Ловитель цепи, вернее, здесь также пластиковый, встроенный в крышку. Это вот решение в штилях мне, конечно, не очень нравится. Я люблю, чтобы все-таки ограничитель был металлический и отдельно он крепился, чтобы не менять здесь всю крышку. Потому что если отломается здесь вот крышка, здесь вот полностью вот вся вот эта часть вместе с тормозом совсем. Ну, как бы так. То есть, ну, крышечки здесь находятся все впереди, заливные горловины. То есть, это масляная крышечка нижняя. Здесь он пиктограммки стоят. Это топливная крышечка. Байонетная крышечки замков. Есть праймер подкачки. Фильтрующий элемент здесь организован тоже нормально. Ничего плохого я в нем не вижу. Снимается полоборота, тоже быстро, удобно. Также, ну, можно, я думаю, что на высоте там где-то арбористом, я думаю, можно быстренько все это снять, продуть где-то, подуть там,
То есть проблем не будет с этим. Короче, ребят, не знаю, я говорю, что мне сравнивать не с чем такую пилу, пилу такого класса, но вот эта пила мне очень-очень сильно понравилась. Она настолько, я не ожидал от нее, что она будет так работать, что просто в шоке сейчас сижу, нахожусь. Пила, кстати, произведена в Америке, не китайка. Если будут по ней какие-то вопросы, я попилю еще немножко, и потом, может быть, сниму еще один ролик, выскажу более подробно уже не свое мнение. Характеристики пилы будут написаны, ребята, вот здесь. Не буду вам сейчас все это озвучивать. Вот прямо здесь вот будут написаны на экране характеристики пилки. Все, будут какие-то вопросы, задавайте. Пила, повторюсь, класс. Охотникам, рыболовам, путешественникам рекомендую для частного использования. Вообще, это вот вам работы по саду, это просто волшебная пилка. Ну, стоит она, конечно, недешево. Но если у вас найдутся деньги на такую вот пилу, я вам ее всячески рекомендую. Все, ребята, спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал.